острицей, прогрызает стенки кишечника, и там уже просто сосет кровь. Запомните, до 40 мл в день сосет одна взрослая особь. У человека их, может быть, считали иногда до 150 штук. Это 600 мл крови. Вот вам, пожалуйста, причина анемии. Полстраны страдает анемией, по большому счету. И люди ничего, и врачи ничего не могут сделать. И пытаются, черт знает что, делать, но только не одно. Установить причину и ликвидировать ее. Это анкилостома. Посмотрите на ее зубки. Это настоящие кремниевые, очень крепкие зубы. Поймите, что цель паразитов вообще жить бессимптомно и долго жить в нас. Это их задача. Так они приспосабливаются. Но нам колоссальный вред. В мире более 300 видов существует, в России около 70. И основных, которые надо знать каждому человеку, просто каждому, это где-то 20-25. Паразиты есть везде. Где есть человек и есть животные. Это абсолютно так. Два слова о печени. Многие паразиты, места их дислокации, либо личиночные стадии проходят в печени, а некоторые просто питаются клетками печени. Так вот, печень — это уникальный орган, это крупная железа нашего организма, это лаборатория биохимическая. Там идет более 200-300 сложнейших биохимических реакций. В печени сосредотачивается огромное количество важных, ценных макро-микроэлементов, жирных кислот. Кровообмен колоссальнейший, да, это фильтр нашего организма. Вся кровь проходит через печень, очищается от первичных шлаков, токсина крупных частиц. Конечно же, она принимает на себя колоссальную нагрузку, но она является источником питательных веществ в концентрированном виде. Это, конечно, просто питательная прекрасная среда для многих-многих паразитов. Поэтому особое внимание печени. Печень больше всего страдает при лечении любых заболеваний, при употреблении химических препаратов, попадании в организм вредных там химических компонентов, с воздухом, с водой, тяжелых металлов, да, все это бедная наша печень страдает. Уже дальше это идут почки, но печень принимает первый удар на себя. В печени, во-первых, кто живут? Вкратце так, описторхи, таксокары, эхинококк, другие, многие бактерии простейшие, там, лямблии, хламидии, уреоплазма, например, это все место дислокации, в том числе и печень. Часто врачи назначают серьезнейшие такие очень токсичные препараты, например, такие как декарис. Вот лет 30 уже его применяют, и только вот недавно выяснилось, что декарис вызывает рак крови. Будьте крайне осторожным. Остриц лечат, например, пирантелом. Он страшно ядовит. Вермокс тоже лечит паразитов. Это страшнейший яд, он разрушает печень. Кстати, как и даже трихопол, метронидазол по-нашему. Он применяется при простейших многих. Он вызывает тяжелейшие случаи его долгого применения проблемы, например, вплоть до гепатита. Поэтому разрушение печени идет. Это все очень серьезно. Еще важнейший тезис, я вам скажу, что глистов ни в коем случае не надо убивать. Их надо гнать из организма. А дело в том, что если их убить внутри, как делают такие препараты, как декарис, вермокс, они погибают внутри нашего организма, а это белки, и они начинают гнить, и начинают отравлять наш организм трупным ядами, такими как кадаверин, токсинами страшнейшими. И опять-таки же удар приходится на печень, на почки, на лимфатическую систему, которая является канализацией условно нашего организма. А токсикация кишечника страшнейшая идет. Поэтому тут нужно серьезнейшим образом подумать, трижды подумать. А если человек имеет излишний вес, если он болен, если у него и так проблемы со здоровьем серьезные, так когда, извините меня, у детей может быть остриц до килограмма, у маленьких, до килограмма. Представляете, что если будет гнить в организме, даже частично, что это будет? Тут 10 грамм белка гниет в организме, это уже ужасно. А если это вообще может не справиться в длительности, поэтому глистов надо гнать. И природные методы, это все основано именно на том, что глистов нужно из организма гнать, а не убивать их в нас. Есть случаи исключения, но об этом мы поговорим. Мы можем пить очень много витаминов, БАДов. Если есть у нас паразиты, то мы будем их просто этим как бы кормить. Это хорошо, но это будет, что называется, идти даже не нам на пользу, а им. Потому что тем самым мы можем увеличить срок их жизни. Некоторые живут год, могут там 2-3 сразу жить при именно питании с добавками. Нам вроде не хватает, мы принимаем. Ну а как быть? Конечно, надо принимать. Если у нас какие-то дефициты определенных микроэлементов, витаминов и другим путем, как с пищей, не получается у нас, анализы делаем, надо. Но понимать надо первопричину. Вот еще очень важный момент, это прямо тезисно, восклицательный знак, да, что никакого голодания при паразитах нельзя допускать. Никакого, потому что многие находятся, еще раз говорю, в печени, они начинают более активно ее разрушать. Если крупные черви, например, сосут непосредственно пищеварительные уже соки, полурастворенную пищу, например, из тонкого кишечника, там, из толстого кишечника, то ленточные черви, это представляете, что они высасывают себе поверхность тела свое гигантское количество питательных веществ. И поэтому
голодать начинаем, так нам еще больше организма не хватает. Организму нужно каждую минуту, каждую секунду бороться с выносом из него токсинов, ядов, шлаков, продуктов распада, питать организм новыми питательными компонентами, а их не хватает. Поэтому это крайне важный момент. Никакого голодания. Первое, с чего надо начинать, антигельминтную, антипаразитарную чистку, потом уже действительно могут быть лечебные голодания, если организм восстановился, если он напитан, если он не испытывает дефицита в нужных питательных веществах. Паразитов, как правило, нет в прямой кишке, да, они выйти оттуда могут. Но почему? Потому что там нет фактически для них пищи, кроме для тех, которые непосредственно кровь могут сосать, пробуривая стенки кишечника, но в основном это в тонком, в толстом все-таки. Значит, если животные есть в доме, то и обработка, даже если их идет два раза в год, даже три, это все бесполезно. Это, конечно, очень важно, но к чему я говорю? Потому что заразиться они могут и перенести вам определенные инфекции буквально там в течение недели, а мы же не проводим каждую неделю дегельминтизацию животных. А это все очень серьезно. И вообще, вы знаете, мешает дегельминтизации вот неправильная пища, и она способствует существование многих гельминтов у нас в организме, я имею в виду мучное, крахмалы, сахара, вот это несвойственная человеку мясная пища белковая, которая, собственно, не является нашей видовой. У детей вдруг появляются какие-то непонятные боли, дискинезии желчеводящих путей у маленьких-то детей. Откуда это вообще быть не может? Эпилепсии, и там хронический панкреатит у детей. Это почти на 90 и более процентов, это все гельминты, результаты их действий, которые, к сожалению, врачи путают, не понимают то, что в этой плане у них пробел информации колоссальный. Бывает так, что глисты выходят под действием разных факторов, когда начинаешь работать с ними, там, гнать, и сразу проходят экземы, которые были долгие годы, нейродермиты, диабеты, так сказать, и папилломавирус даже. И вообще, поймите, что цель паразитов вообще жить бессимптомно и долго жить в нас, потому что за счет этого они питаются и живут. Поэтому это их задача, так они приспосабливаются. Но нам колоссальный вред, просто он растянут во времени. Потому что, знаете, инфицированные, например, родители травят детей матери через молоко, токсины могут передаваться через плаценту, определенные даже. А это ослабляет генетику будущих поколений. Новые поколения будут жить на 5, 10, 15 лет меньше. Каждое следующее. Только из-за того, что эту проблему, если еще в советские времена серьезно занимались, лечили, и когда дети приходили там, например, в детский сад или в школу начальника 1 сентября, и прям сразу семена укропа назначали, другие очень мощные старые народные средства, которые гнали очень многих паразитов, потом ребята еще хвастались на следующий день 2-го, 3-го числа, что у них там повыходило у кого. Сейчас вообще нет серьезных никаких программ. Все этой химией запились, есть проблема, будем решать. А в чем проблема? Кто ее выяснит, что именно в этом проблема? Врачи-то ведь давно уже потеряли эти все знания. Единицы остались. С младенчества буквально начинается эта проблема заражения, возможное заражение паразитами. Могут поражаться все слизистые организмы. Это глаза, рот, нос, промежности. Это в первую очередь уязвимые места. Страдает и кожа. И вот эти все дерматиты и прочее, во многом это проявление. И почти на 100%, если взять группу сразу гельминтов и еще грибков, даже с 5-месячного возраста, это сейчас уже не редкость, это может вызывать истощение поджелудочной железы, многие паразитируют там, например, анкилостома. Ну а, соответственно, это приводит уже к, может, даже к неожиданному диабету, если это поджелудочный, понимаете, там островки Лангерганса, которые как раз синтезируют инсулин. Да, и от этого может быть. Это может приводить к опухолям, к очень многим формам рака. Давайте посмотрим на общий ряд вообще симптомов. Это какие, например? Это такие вот симптомы, как, например, там различные, любые проблемы желудочно-кишечного тракта, запоры, диарея, тошнота, там рвота, головные боли. Но в связи с этим могут быть потери веса как следствие, там слабость, головокружение. Это может быть отечность, это может быть кашель, насморк, любые проявления бронхитов, тонзиллитов и прочее. Вообще детский гельминтоз очень серьезных форм бывает. Сопровождается порой это даже у детей задержкой в развитии, в росте. Это тоже очень возможно именно следствие гельминтизации. Дети плохо могут соображать, несобранными быть, рассеянными, память страдать. Эти симптомы могут и должны заставлять всех вас задуматься о том, что это может быть именно наличие причины в гельминтах. Те, скажем, симптомы головокружения нервными срывами, там, раздражительностями у детей, да, могут быть вызваны инвазией. Да? Это чем объясняется? А очень просто, повышенным уровнем токсинов в крови, которые, соответственно, травят и воздействуют в том числе на центральную нервную систему. Все логично и так и есть. И, соответственно, конечно, это может быть на все воздействие желудочно-кишечного тракта, на всю его составляющую, от глубокого, скажем, дисбактериоза различных форм до резей, болей, покалываний, вздутий различных живота, да, и вплоть до приступов аппендикса, поскольку и там могут паразитировать и быть причиной именно воспаления аппендикса некоторые паразиты и их токсины. Большинство видами гельминтов вообще являются гемофагами,
клетками, то есть теми существами, которые питаются непосредственно нашей кровью. А если это так, представьте, какое количество витамина, например, В12, кстати, который они в огромном количестве используют, высасывают и строят свои клетки, обновляют, у некоторых очень быстрый обмен веществ идет, и, соответственно, им надо очень много В12. Кстати, этим объясняются те проблемы, многие, которые у сыроедов, например, да, людей на живом питании, у веганов, что минимум В12. Это не потому, что мясо надо есть или там мясо что-то содержит, там никакой В12 уже нет, уже все разрушено. Это у любого человека это может быть. Но почему? Просто дело в том, что сыроеды, люди, которые едят в основном растительную сырую пищу, они больше даже подвержены возможности поражения гелиментами, чем те, кто жарит, варит. Потому что при жарке, варке разрушается все. И витамины, и ферменты, и гельминты, яйца многие погибают, если длительная термообработка очень длительная и высокая. Ну, соответственно, вот и все, только в этом причина. А паразиты очень много высасывают. И гемоглобин, то есть анемии постоянные могут быть, кстати, от очень многих, вплоть до развития малокрови. А анемия в союзе, например, с глистной инвазией, в свою очередь, может просто приводить к задержке физического развития как раз. Часто, кстати, после прививок у детей с гельминтозом часто возникает на фоне как раз аллергические реакции. Потому что такое прививки? Это антигены вводят. То есть это вводят чужеродные агенты, белки, сложнейшие структуры, что называется аллергическая реакция. Это вот это, когда антитела пытаются уничтожить малого возбудителя, малой болезни, приглушенные штаммы тех или иных вирусов, что там вводят с прививками нам, да, детям. Но это делать ни в коем случае вообще. Так вот, в большинстве случаев это кожные, конечно, у детей являются проявления псориаза, высыпания. Это все тоже как раз вот эти реакции с токсикацией и, конечно, иные еще могут быть связаны с грибками дополнительно, присутствием организма и, конечно, с пораженной лимфатической системой. Вообще у детей даже рак лимфы сейчас нередок, это страшно. Такого просто раньше не было, потому что уж больно много факторов вместе добавилось новых отрицательных, которые действуют на организм ребенка, на наш с вами организм тоже, конечно же. Ну вот, если аллергия есть и причина не установлена точно, да и вообще установить ее причину точно, это трудно на самом деле, не объясняется врачами это абсолютно, и сами они многие не понимают, то это часто связано именно с локализацией тех или иных паразитов, и это надо просто учитывать очень серьезно. Острицы – это самое массовое заболевание, хоть и не самое страшное. Что они из себя представляют? Это маленькие червячки до сантиметра. Заболевание это называется энтеробиоз, когда поражаются острицами человек. Живут вообще в слепой кишке, в нижних отделах тонкого и верхних участках толстого кишечника. Дети от 3 до 6 лет – это самая подверженная группа. 80-90% всех детей болеют. Почему? Да потому что не соблюдают и не могут соблюдать, потому что они еще не понимают, им не объяснишь правила гигиены. Ну, 6 уже 5 лет что-то можно, но тем не менее машинально руки грязные в рот, пальцы под грязь под ногтями, включая яйца остриц. Переносятся они элементарно. В общем, если скрип зубами, например, у ребенка, особенно ночью, все, это 100% острицы, гарантированно. Заражение вообще происходит через контакты с игрушками, друг с другом, с детьми, там, в детских садах особенно. При этих заболеваниях, кстати, ребенок очень хочет сладкого. Хлеб там просит, если вообще, конечно, пищу вы употребляете, это особенно сильные такие позывы. Он просит, но съест буквально кусочек, и у него либо отрыжка, либо усталость, вялость. Не поел, поел, все равно он остается вялым. Это вот характерный признак. Яйца, вообще отложенные самками вот этих паразитов, острицы, они выползают ночью из ануса, они откладывают яйца на постельное белье, на пижаму, на что угодно. А ребенок потом утром чешет. Это попадает под ногти, попадает на кожу, на белье, соответственно, человека, на окружающие предметы. Ну и, соответственно, кстати, может переноситься с мухами-тараканами. Тоже яйца, запросто. Они съедают до 80% витамина у нас из организма. Они очень опасны в этом смысле. У ребенка маленького до килограмма может быть этих остриц. Сотни тысяч яиц они откладывают. Поэтому, соответственно, поражение может быть почти гарантированным, если уж он попал. И лечить надо всю семью, а не только ребенка. Всех бабушек, дедушек, кто в гости приходит, всех друзей, всем детским садом. Анализы не всегда, кстати, показывают остриц. Правильный анализ – это на глицерин. Глицериновый соскоб, так называемый, брать надо трехкратно. И брать надо палочкой стеклянной засовывать глубоко в прямую кишку. Понимаете, вот как это надо делать. И врачи правильно так делают? Нет, наверное, не все так. Ну вот, а потом удивляются. Кашель, насморк, частые плаксивость, тошнота, аппетит. Вот я уже говорил, плохой. После еды им плохо бывает, либо живот побаливает, либо подташнивает. Кстати, наличие остриц может быть причиной, ну, такого замедленного психического развития ребенка, речи особенно. Это знаете, когда он мычит, там форчит, четко не произносит слова, позже начинает говорить. Бывает такое, что ларингоспазм, такое есть понятие. Он может быть, кстати, аскоридный, остричный. Это атака аскоридная, например, да? Когда вот даже трахеоскопию порой делают, трубку вставляют в трахею, когда реаниматологи просто выезжают, ребенок задыхается, там не может дышать. И это очень частый случай. Бывало, что детей просто не спасали. Потому что летальный исход может наступить, разумеется, от удушья. А знаете, как происходит? Ведь паразиты этим могут передвигаться по лимфатической системе личинки. И через них проходить в бронхи, трахеи. Лимфоузлы как раз могут быть забиты личинками этих круглых червей, да?
И мы перейдем к следующим круглым червям, это аскаридам. Аскаридоз – это заболевание, которое вызывается, понятно, этим червем, которое сопровождается активной миграцией личинок по всему организму. С дальнейшим их уже развитием взрослых особей более 100 миллионов человек ежемесячно заболевает в мире этим заболеванием. Они имеют размер 20-40 сантиметров, живут в толстом кишечнике, где уже взрослые особи поселяются. Они имеют два пола, не гермафродиты, и поэтому, если там есть и самки, и самцы, то это очень плохо, потому что пара может дать до полумиллиона яиц. Цикл идет тоже примерно 21 день. Это глист очень опасный, хоть и нельзя заразиться напрямую от человека к человеку, да? Но, тем не менее, они опасны, потому что они питаются кровью и размножаются в огромном количестве, а живут они в кишечнике до полутора лет. Первая причина и вина распространения этого паразита – это внесение навоза в почву. И вот, пожалуйста, яйца прилипают на ягоды, зелень, на овощи, на что угодно. А дальше мы не помыли малину, кто моет? Ха, прекрасно. Если, кстати, ягодка на землю упала, гарантированно, что там есть яйца аскарид. Гарантированно. А дети играют в песочницу? Играют. Передается? Передается еще как. Как происходит цикл развития? Попадает яйцо в рот, в желудок сразу идет. Там прямо через складки ныряет уже, и выходя личинка, просто вот сразу может прогрызаться, она кровь попадает моментально. И через воротную вену уже идет в печень. Там живет в лимфоузлах, в первой стадии развития. И потом вверх по вене идет в легкие, через лимфоузлы попадает. И где проходит вторая стадия развития. Собственно, это идет 2-3 недели. Потом разгрызает крупные лимфатические узлы. И личинка выходит в виде мокроты, мы это ощущаем. Кашель тут возникает, долгий кашель, откаркивающий, не откаркивающий, разный. С возможными даже приступами удушья, с температурой, может быть, с насморком. Иногда это месяцами может длиться. Вот это, кстати, очень важный признак. Если длится долго, то имейте в виду, это, скорее всего, какие-то наличия паразитов. Второй раз он уже после, как человек схаркивает это и проглатывает мокроту, попадает желудок, где прогрызает стенки кишечника, и там уже просто прикрепляется к стенкам, к ворсинкам слизистой, и сосет кровь. Запомните, до 40 мл в день сосет одна взрослая особь. У человека их, может быть, считали иногда до 150 штук. Это 600 мл крови. Вот вам, пожалуйста, причина анемии. Полстраны страдает анемией, по большому счету, в той или иной степени. А у некоторых 20-40 там. И люди ничего, и врачи ничего не могут сделать. И пытаются, черт знает что, делать, но только не одно. Установить причину и ликвидировать ее. Я говорил вначале, что аскарида может подниматься куда угодно. В носоглотку, если попадает, то это первый путь миграции в мозг. Через носовой проход она просто носоглотку через внутреннее ухо в мозг попадает спокойно. А еще может через сердце пройти вену. Кстати, она по венам идет против тока крови. Спокойно личинка подниматься может. И, соответственно, к бронхиальным венам. Да, оттуда в мозг спокойно тоже может пройти. Вот вам третий вариант. Так вот, она может попасть на глазное дно. И таксокара тоже, про нее я сейчас буду говорить. И возникает там слепота вплоть до отслоения сетчатки и даже вываливания глаза. Бывает это при таксокарах особенно. Взрослые особи, которые в кишечнике обитают, вот аскариды, они очень любят сладкое. Соответственно, не вы, люди, любите сладкое, это они любят. А вы это неестественное сладкое. И хотите есть больших количеств. Не нужно нам столько глюкозы, простых сахаров, сколько мы едим. На ранней стадии заболевания симптомы вот какие. Кожные аллергические реакции могут быть, любые бронхиты, про которые я говорил, а на поздней уже кишечной фазе. Вот тогда уже общее недомогание, головокружение, слабость, боли в животе, головные боли, тошнота, рвота, вот это и истощение как крайняя степень, потому что все-таки они сосут из нас огромное количество питательных веществ, потому как сосут непосредственно чистую кровь нашу. Давайте дальше пойдем. Это таксокара. По-другому она называется собачья аскарида. Запомните, именно собачья. Почему? А вот потому что паразитирует и передается через собак. 90% собак заражены. Да, собачники, собаководы делают обработки, в том числе от таксокары. Ветеринары, конечно, это знают. Но заразиться собака может, скажите, вот поиграв на той же площадке, побегав на травке, значит, тут очень серьезные симптомы. Тут и приступы бронхиальной астмы могут путаться с этим. То есть они будут как именно бронхиальная астма, но причина, например, в таксокаре, в легких, потому что они могут жить и в мозгу, может и в поджелудочной железе паразитировать. Это очень серьезные глисты. Мы для них тупиковый конечный хозяин. Это заболевание опаснее и острит, и аскарид. От наших тканей с вами они почти ничем не отличаются. Белые, прозрачные, они очень любят бета-каротин. Больше всего бета-каротина скапливается на глазном дне. И туда устремляются личинки. И они просто туда переползают, мигрируя, чувствуют. И они проходят там определенную стадию развития. Ставят часто диагноз онкология глаза. Значит, нет вроде кровотечений нигде. Почему? Они раздвигают клетки. Они протискиваются через клетки. Они практически не вызывают никаких кровотечений. У нас они, подчеркиваю, в организме не размножаются. Их нельзя, вообще невозможно определить просто по анализу кала. Они мигрируют как угодно, тоже по сосудам, по венам, по лимфоузлам, лимфососудам. Путают часто. Вот если вам ставить такие диагнозы, дискинезия, нейродермиты, астма любая, да? Но если врач вас не обследовать, не направляет на таксокару, можете дальше ничего не делать, что он вам советует. Потому что любые диагнозы будут непрофессиональными.
профессиональными и недействительными. Необходимо на них обследоваться в этих случаях первым делом. Может быть любые осложнения, вплоть до аппендикса, воспаления и, соответственно, как следствие, к сожалению, удаления этого уникального, необходимого для жизни нам органа. Кишечники, взрослые особи развиваются уже. Определить их можно только со скобом кожи или через иммуноферментный анализ. Есть такая методика, когда кровь сдается на иммуноферментный анализ на антиген, в данном случае Texacara. Вообще, иммуноферментный анализ проводится на любые практически паразиты. Да? Это очень точный анализ. Лечение очень сложное на данный момент официальное, потому что оно вообще несовершенно. Препараты просто те, которые используются для борьбы, вермокс, ментозол, допустим, там гетразин, цитрат или там альбендазол, они не воздействуют на мигрирующих личинок практически, которые по организму могут быть где угодно. Ну, в глазном дне, ну как они будут воздействовать? Извините меня, ткани уничтожатся. Нет, это не так просто. На взрослого червя, да, пожалуйста, быть надо крайне важным, использовать натуральные методики лечения. Переходим к следующему паразиту. Это анкилостома. Посмотрите на ее зубки. Это настоящие кремниевые, очень крепкие зубы. Но анкилостома, крайне важно ее увидеть и понять. Вообще анкилостома, как заболевание, это объединение вообще таких двух гельминтов. Кривоголовка и никотора. Вот никоторы, они провоцируют развитие никотороза. Длина этих паразитов маленькая, 11 мм. Это самцы, самки 18, ну не более. Значит, малый размер, конечно, не говорит о безвредности, наоборот. Заразиться очень просто. Гельминт, кривоголовка, он может попасть в организм человека через грязные руки, немытые фрукты, овощи. Заболеть вот вторым видом никотороза розом. Еще проще. Для этого просто надо по земле без обуви пройти. По росе, там, по пляжу, вдоль рек при купании, по траве. И они просто благодаря вот этим зубкам просто прогрызают непосредственно кожу, прямо напрямую кожу, и идут сразу в кровь, разносятся в любой части тела и там начинают паразитировать. Большинство паразитов предпочитает селиться именно в тонком кишечнике. Во-первых, туда приходит часть пищи уже почти переваренной, да? Там идет всасывание, некоторые всасывают паразиты всей поверхностью тела питательные вещества, лишая нас их. Некоторые там тонкой оболочки очень спокойно прогрызаясь пьют кровь, поэтому в основном все в тонком кишечнике, хотя в толстом тоже есть. Огромные могут быть серьезнейшие последствия приступа анемии. Они хоть и малюсенькие, но поэтому они пьют мало. Но вот смотрите, одна анкилостома, она может выпить там от 0,1 до 0,3 миллилитров крови в сутки. Но их может быть 20-30 тысяч. Вот и посчитайте, это 300-600 миллилитров. А иногда до литра крови человек может терять. Вот вам анемии тяжелейшие. Надо делать иммуноферментный анализ на анкилостом. Есть другие методики. Биорезонансные методики, там по методу Фоли проще, но нужно перекрестно исследовать на 2-3 метода всегда. В лабораториях-то ведь мало что делают, на самом деле определяют. После заражения анкилостомами у больных начинает, вот скажем, беспокоить, ну, общее недомогание и периодически боли в животе. А также может эти боли носить острый очень характер, вплоть до такой, как вот к приязву. И, собственно, вызывать язву это может в том числе. А затем эти болезни, боли могут отступать, как бы сглаживаться. В результате человек думает, что он выздоровел, а на самом деле это не так. Поэтому через некоторое время из-за постоянных потерь крови развиваются анемии, уже слабости, более длительного характера. Человек чувствует себя просто усталым и разбитым. Теряет человек иногда аппетит, ну и наоборот, иногда даже повышается. Тут уже может быть одно из двух. Знаете, вот еще специфическая особенность. Он хочет есть такие несъедобные вещества, например, там глину, золу, кирпич погрызть, уголь, то есть вот такие, мыло даже. Вот бывают такие следствия. Прямые. Перейдем к следующей группе. Это уже группа ленточных червей. К ней относятся и бычий, и свиной, и другие цепни, широкий линтец, иные цепни, широкий линтец. Источником как бы заражения является рыба, очень длинный, обычно 4-7, рекорды были до 20 метров. И живет он в тонком кишечнике, это естественно, потому что там больше всего питательных веществ. Значит, он живет, запомните, до 30 лет в организме может человека жить. Люди есть, я вот знаю, там по 15 лет, постоянное недомогание, ужас, вышли черви, и просто человек начинает он просто летать, он забыл про это состояние легкости. А врачи вроде ничего, все нормально, ничего нет, так сказать, а патологий каких-то явных еще нет. А человек просто сам не свой, вот живет, живет вяло текущей жизнью, да? Членники, их может быть очень большое количество, они могут отсоединяться и самостоятельно жить. Вообще участки червя могут передвигаться даже по траве. Сокращают они нашу жизнь, вот это я еще восклицательный знак поставлю, вдумайтесь, до 2 раз. Потому что, извините меня, их масса может быть несколько килограмм. И они очень много потребляют питательных веществ из нашего с вами организма. А, соответственно, мы теряем свой потенциал, мы теряем свою жизнь. Нормальный обмен веществ у нас уже не идет. Всей своей поверхностью тела они высасывают питательные вещества. Это, извините, от 5 до 20 метров. И вот люди при этом очень хотят сладкое, мучное. Многие едят. Кстати, очень с этим признаком вот толстые людей много. Вот прям толстые, которые такие большие складки. Окончательным хозяином является человек. У зараженного
паразитом человека часто возникают очень серьезные токсические проявления, не мудрено. Анемия вызывается тяжелейшей из-за недостатка, в том числе B12, там, да вообще у кого угодно это может не хватать. А у сыроедов просто группа более подвержена рискам, потому что, собственно, в большей степени может произойти заражение не обязательно этим паразитом. Значит, скопление, представьте, даже 10 паразитов или 5, может вызвать просто кишечную непроходимость, просто из-за исключительно забиваемости внутренней пространства кишки. Такую вот ситуацию, если это, не дай бог, произошло, иногда просто никак нельзя ликвидировать, кроме как оперативным путем. Ну и профилактика заключается вообще-то в тщательной термической обработке вот этой рыбы, уж кто ест не в моготу, а лучше все-таки это не есть, поскольку это не есть человеческое питание вовсе. И не будет этой проблемы, ну, собственно, вот так. Если вышел цепень, все-таки торчит кончик, не рвите его. Есть старый способ, когда берется ведро воды теплой и полынь туда добавляется, раствор полыни, либо чуть подогретый, растолченный, и человек сидит, бывает несколько часов. Детей раньше в деревнях, вот кто знал, бабушки старые, вообще все это известно было у нас на Руси, просто потом все эти знания позабыли, врачи уже позабыли, не помнят все. Вот над теплой водой, вот на этом растворе, и чуть-чуть отвара там полыни небольшой, ну, несколько часов он просто выходит, может выйти, но ведь он может быть там не один, еще раз говорю, один вышел, это облегчение, да, но не значит, что нет других. Заражение, в общем, даже порой приводит, не удивляйтесь, вот к лишнему весу. Дело в том, что жир людей – это вот единственная такая химическая защита от отравления некоторыми вот крупными червями. И вот этот вот потом не сгоревший жир, он используется организмом как растворитель вот этих самых токсинов, которые в себе консервирует он, если человек не может вывести их из организма. Вот толстые люди, очень толстые, являются, ну, почти гарантированными носителями вот этого паразита. У них, как правило, багровый оттенок кожи, болезненный вид такой от очень слабого иммунитета, разумеется, с очень часто вирукозное расширение ног, тромбофлебиты, печень забита, поэтому отток венозный затруднен, и очистка крови не может быть достаточной, соответственно, развиваются еще и тромбофлебиты, и другие последствия там в виде серьезных аллергических реакций, астм и так далее. Я перейду к, пожалуй, еще более опасному червю, заражение эхинококком. Об этом паразите стоит подробнее сказать. Очень серьезное заболевание, очень. Взрослая особь половозрелая эхинококка достигает всего лишь 5 мм, очень маленькая, малюсенькая. Его личинки образуют гигантские фины, вот эти образования, и они представляют собой огромные такие пузыри весом до нескольких килограмм. Вот известный случай в медицине, и когда в теле животного, не человека, но тем не менее, находилось фины до 64 килограмм весом. У человека бывает до 10 и более килограмм. Эхинококк полностью оккупирует как бы ткани пораженного органа, ну, естественно, парализуя его работу, что приводит, конечно, к смерти промежуточного хозяина. Им мы тоже, люди, можем являться. Скажу вам так, что до 30% даже домашних собак поражены личинками в той или иной степени. Яйца настолько живучие, что даже при личной гигиене не дает 100% защиты. В группу риска, во-первых, занесены все люди вот по этому заболеванию, кто с собаководы, кто сообщается с собаками. Все просто, кто любит играть, ласкать чужих или уличных собак, это вообще колоссальная группа риска. Вот смотрите, очень часто люди, очень часто, которые являются носителями эхинококка, они полнеют, толстеют в области живота, как отвисает такой, как гроздь, как ремень, знаете, и там сваливается этот ужас просто. Ну вот, у этих людей самые такие сильные, нереальные такие вздутия живота, при том, что даже остальное тело может быть не очень-то и жирным. При этом очень часто метеоризмы могут быть. Любой метод лечения медицины не дает гарантии, тем более хирургически. И однако скажу еще раз, что даже с эхинококком в определенных стадиях можно бороться другими методами безоперационными. Теперь это уже возможно. Апистархоз, аписторхи. Это плоский червь, его еще называют печеночный сосальщик. Примерное число по статистике инфицированных в мире людей составляет там 20-25 миллионов человек в постоянном онлайн-режиме. Причем, скажем, две трети, вдумайтесь, этих пациентов с апистархозом проживают на территории России. Почему? А потому что дело в том, что это связано с циклом развития. Хочу подчеркнуть, питаются они в организме человека и любого организма клетками печени, они просто их едят. Это, конечно, приводит и к раку печени, и к раку поджелудочной железы, когда разрушают и едят и поджелудочную. А вот если печень увеличена, и это либо отравлена она химикатами, алкогольными, там, неважно, там, химической промышленности химикатами, либо это токсокара, либо аписторхи. У ребенка вызывают желчекаменные болезни, гастриты, колиты, панкреатиты, что угодно, дисбактериоз, если, конечно, это не лемблиоз. А врачи что делают? Ну, что угодно, только не глистов исследуют, да? Кал сдают, а там нет, она, конечно, и не будет, потому что циклы разные развития паразит.
основными симптомами, вот ранние, например, стадии, это повышение температуры, боли в мышцах, нарушение работы, конечно, желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, болезненность даже печени, да. А на поздних это боли в поджелудочной области, в правом подреберье, боли, отдающие в спину, приступы, вот то, что панкреатит характерный, да, приступы желчные, такие колики характерные, головокружение, головные боли. Ну и очень серьезное усугубление расстройства желудочно-кишечного тракта, ну, конечно, и как следствие бессонницы, раздражительность и прочие проявления интоксикации серьезные, да. Он опасен именно тем, экстрахоз, что вот эти проявления, которые я сказал, симптомы, вполне необязательны. То есть очень часто встречаются случаи, когда такие симптомы вообще стерты, нивелированы. Просто небольшие какие-то неполадки в организме просто проявляются. Но сильно не прогрессирует болезнь. А печень, как известно, вообще практически не болит. Она может до половины разрушена быть, а она не будет еще иметь симптомов определенных. Такое тоже может. Вот. Но в печени могут происходить уже необратимые изменения, которые вызывают тем, что он просто травмирует, постоянно ест и травмирует слизистые оболочки, тех протоков там. Он препятствует, паразит, своей жизнедеятельности, оттоку желчи и выделяет продукты распада, которые влияют на саму печень, на кровь, на весь организм в целом, значит, на интоксикацию. Ну и отсутствие лечения приводит к очень серьезным болезням, таким как желчный перитонит, например, который вызванным, скажем, развитиями вот расширенных желчных протоков, да, аномально расширенных, гнойные холангит, допустим, воспалительные процессы, это в желчевыводящих путях, ну и острый панкреатит, который вызван воспалительными процессами в самой поджелудочной железе и рак печени, разумеется. Принцип любой правильной программы, выбранной по дегельминтизации, он должен быть такой. Это, во-первых, жесткая профилактика. Принципы какие? Безопасность, натуральность и системность. И, конечно, поэтапность. И, безусловно, регулярность, потому что есть циклы, и мы не гарантированы от вторичных внесений инфекций. Химическими средствами только узкий спектр можно уничтожить, я говорил, и последствия будут очень серьезные. Есть виды продуктов питания, которые являются антипаразитарными сами по себе, в какой-то мере, больше и меньше. Ну, допустим, это лук, чеснок, хрен, имбирь, это черемша, редька, редис, репа, это любые перцы, черный, красный, каенский, любой там специи, едкие, сильные, горечи. Это укроп, щавель, репа, капуста, кстати, тоже. Это лен, семена белого льна, вот про которые я постоянно говорю, там семена льна, делайте так называемые льняные каши и прочее. Это и постоянно, если это есть, очень высока вероятность, что будет сильно снижен риск инвазии. Кстати, ананасы, арбузы, грейпфруты, многие очень ягоды, такие как клюква и ежевика. Это все защелачивающие антисептические, антимикробные, многие из них антипаразитарные продукты. Лимон, специи многие. Это кинза, тмин, масло, кстати, черного тмина очень полезное в этом смысле, многие, может быть, слышали, да? Это сельдерей, горчица, куркума, зера, базилик, вот такие вот специи, кардамон. Отдельно, надо сказать, о тыквенных семечках, которые являются очень мощным антигельминтным средством, особенно против аскарита, астрит там, и даже цепней. Арбузовые семечки, кстати, лисички, которые надо сырыми есть, вот когда сезон идет, там 2-3 раза за сезон обязательно. Семена укропа, про которые я рассказывал, гранатовые, кстати, косточки, и гранат выжатый с косточками, или в блендере разбитый, очень полезная вещь. Понятно, что там и валерьяна, и бессмертник, но это уже, там есть последствия, потому что на почки, например, могут быть осложнения. Календула против трихомоната. Есть очень мощные препараты, которые, ну, например, лист черного ореха. Собственно, кто-то когда-то в советские времена еще помнит, пользовался такими оболочками из внутренней, значит, вот делал такие отвары из грецкого ореха, сердцевинку вынимал, делал. И, собственно, даже эта мощнейшая горечь не только бьет многих глистов в определенных стадиях, не всех, конечно, тем не менее, но и даже используется в некоторых случаях при онкологии. Так вот я вам скажу, опять-таки, это не панацея, но очень сильный методик. А если добавить желчегонные хорошие, такие как, например, там экстракт чеснока, или просто, понимаете, много чеснока, столько, сколько надо съесть, чтобы пошел тот эффект отделения желчи активной при определенных добавках горечи, нельзя добиться, ну, скажем, это надо съесть много-много головок, не зубчиков, а головок чеснока. И опять-таки, не всем это можно.